Комплексный учебный семинар «Наша память» проводился совместно Комитетом по делам культуры, туризму и молодежной политики и поисковым отрядом «Китиш». Командир отряда Антон Кузнецов – настоящая легенда одинцовских поисковиков. Человек с 20-летним опытом такой работы. Речь пойдет не только о именно полевых изысканиях на местности. Очень много внимания уделяется архивной работе. Это проект поискового движения России «Судьба солдата». Это наш проект на местности «Наша память». Это электронная книга памяти. Все это в комплексе. И ребята-волонтеры из других клубов не всегда подключаются к полевой работе, но начинают очень активно вливаться именно в архивный поиск, в изучение памятников в своих сельских поселениях. Организаторы стремятся научить ребят видеть за выбитыми на мемориалах фамилиями реальных бойцов, стараться проследить их воинский путь, узнать, как они погибли. Многочисленные данные сегодня есть в открытых источниках. Нужно лишь уметь грамотно ими пользоваться. В работе семинара участвовали представители 6 историко-патриотических объединений Одинцовского района. Уже сейчас у ребят начался полевой сезон, несмотря на то, что в лесу где-то лежит еще снег, но ребята уже выезжают в разведки, и первые экспедиции состоятся уже в майские праздники. То есть в конце апреля и на первомайские праздники уже ребята выезжают именно в экспедиции по 3-4-5 дней с ночевкой. Помимо тонкостей архивной работы, участникам семинара рассказали о том, как правильно вести поиски и раскопки на местности, как обращаться с артефактами военного времени и взаимодействовать с органами местного самоуправления. Организаторы отметили, что в Одинцовском районе постоянно растет количество ребят, интересующихся военно-исторической тематикой. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».